Вітаю всіх шанувальників боксу на найкращому спортивному телеканалі України «Спорт-1» і запрошую вас до студії програми «Рингсайд. Своя правда». Перша наша програма присвячена новині, яка не дуже є такою доброю, оскільки присвячена розпаду найпотужнішої, найпершої і, напевно, найеталонної компанії, промоторської компанії України «K2 East Promotion». В сьогоднішній нашій програмі ми спробуємо дізнатися про причини розпаду цієї компанії і, власне кажучи, яке майбутнє буде українського професійного боксу. І разом зі мною в студії Аліна Шатерникова і генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк. Привітаю всіх любителів боксу. Добрий день. Ну і про історію виникнення цього конфлікту нам і розповість Аліна. В конце ноября 2007 года было объявлено о создании новой промоторской компании K2 East Promotion. Это была очень красивая, оптимистичная пресс-конференция. И компания эта была создана на базе двух на тот момент уже существующих промоторских компаний K2 во главе с Виталием Кличко и National Box Promotion, которую возглавлял Вадим Бухкалов. Практически одновременно с этим у новосозданной компании появилось два партнера. Это компания Немиров и группа Media Holding телеканала Интер. Активом этой компании стали 15 боксеров, я хочу подчеркнуть, боксеров не новичков, которые уже на тот момент занимали достаточно высокие позиции в мировых рейтингах. На тот момент уже Юрий Нужненко был временным чемпионом по версии WBA, Зурбек Байсенгуров был чемпионом Европы. Ну и, в общем-то, ребята занимали определенно уже высокие позиции в международных и европейских, и мировых рейтингах. 2 года успешной деятельности компании, 20 проведенных турниров на территории Украины, один турнир, проведенный в городе Грозном. Ну, казалось бы, практически идеальная ситуация для развития промоторской компании, вообще для развития этого вида спорта. И вдруг мы узнаем о том, что, опять же, узнаем из пресс-конференции Вадима Бухкалова, который являлся одним из учредителей компании K2 East Promotion, о том, что Виталий Кличко уходит из состава учредителей. Но Виталий Кличко ушел не один. Вместе с ним ушел генеральный директор этой компании Александр Красюк, который сегодня с нами в студии. И впоследствии уже мы узнали о том, что и боксеры, которые были достоянием компании K2 East Promotion, подписали контракты с новой компанией, о образовании которой мы узнали абсолютно недавно, называется она K2 Ukraine. Мы все хотим для того, чтобы украинский бокс развивался, для того, чтобы ребята имели больше возможностей боксировать, выходить, оспаривать, доказывать свои амбиции в спорте, завоевывать самые высокие цели, которые у них есть. И я думаю, чем больше людей будет в Украине с такой задачей, ставить перед собой цели, достигать, помогать ребятам в достижении их цели, тем будет лучше. Те ребята, которые сегодня сидят здесь, те ребята, которые находились под контрактом в совместной компании K2 East Promotion, имеют возможность боксировать в этом поединке, имеют возможность и, думаю, с огромным удовольствием будут рады боксировать в тех спортивных мероприятиях, которые будет организовывать Вадим Бухкалов. Мы будем делать все для того, чтобы дать им возможность реализовать себя и добиться наилучших результатов. Оскільки, Олександр, ви працювали спочатку в K2 East Promotion, зараз в K2 Ukrainian Promotion, то, власне кажучи, ви повинні повністю контролювати ситуацію і дати професійні всі коментарі на тему, що сталося. Чому така добра казка
ось так погано закінчилося? Вопрос непростой для современного профессионального бокса. Это вопрос того, как, куда, в какую сторону, какой вектор развития возьмет та или иная компания. Не секрет, что Украина, несмотря на огромнейший потенциал в области материала, имею в виду молодых боксеров, любителей, которые занимают высокое место, с точки зрения бизнес-привлекательности профессионального бокса, к сожалению, еще не стоит на уровне с Англией, с Германией или Соединенными Штатами. Известно сейчас, что последние несколько лет финансовый кризис, экономическая ситуация вообще на мировом рынке негативно повлияла на рынок бокса в целом. Это касается прежде всего Соединенных Штатов, где рейтинги телесмотрения упали значительно, и где есть сильный конкурент, это UFC. Олександр, це все добре, це все добре. Америка – це дуже добра країна, де дуже файно приїхати там і якийсь час провадити вакації. Жувачки кажу. Так, в Британії не хочу туди їздити, там дуже дороге пиво. Але ми ж мешкаємо на Україні. Тобто був добра зв'язка компанія Німіров, телеканал «Інтер», боксери. Боксери мали можливість боксувати, отримувати за це гроші. Хтось отримував рекламу, хтось мав можливість продавати рекламу. Всі заробляли. Тобто було все дуже добре. Це насправді була казка, де всі були повинні бути задоволеними. І ось тут, в чому є таке старе англійське прислів'я. Якщо мова йде не про що, мова йде про гроші. Чи може гроші стали тою проблемою, бо Олександр Красюк, Віталій Кличко, Вадим Бухкалов. Пиріг треба було поділити на три частини. Ну, ще віддати трохи обслуговуючому персоналу, боксерам. І тут Вадим випадає і треба ділити не на три частини, а вже на дві частини. То може в цьому справа була? Для того, щоб дати урозумітельний відповідь на цей питання, я повинен все-таки закінчити те, що вже почав. Не будем касаться Англии, там дорогое пиво, коснемся страны, где пиво дешевле, Германии. Год назад в прессе появилось заявление о том, что компания Universum в скором будущем прекратит свое существование в связи с тем, что контракт CDF не желает продлевать. И такая тенденция сохранилась и в стране, где дорогое пиво. То есть телеканал Сетанта обанкротился, и мы знаем, что Дэвид Хей в свое время по такой причине я отказался от поединка с братьями Кличко. Украину кризис тоже не обошел стороной. Поэтому достаточно непросто выдерживать вот нагрузку, которая ложится, в частности, финансовая нагрузка, поскольку промоутерский бизнес – это бизнес, где издержки на очень высоком уровне. Необходимо постоянный финансовый поток обеспечивать, и это есть основополагающей, не причиной, а в принципе основой для заострения ситуации. Скажу, конечно же, всем охота узнать какой-нибудь скандал, где-то кто-то кого-то подставил или кто-то под кого-то что-то нарыл. Нет, на самом деле ничего такого нет. Это всего лишь бизнес-ситуация, здесь нет ничего личного. Один ожидал от партнера одного, другой ожидал другого. Это природно. Більш конкретніше, що, наприклад, очікував Вадим Бухкалов від Віталія? Як на мій погляд, участь Віталія у цьому тандемі, Вадим Бухкалов, Віталій Кличко, полягала тільки в тому, що Віталій міг надати Вадиму Бухкалову, точніше для боксерів Вадима Бухкалова, ліцензії для того, щоб боксувати в Америці або ж в Європі. Так? Міг допомогти завдяки своєму потужному промоушену, своєму відомому ім'ям. Тобто Віталій вкладав ось цей тандем, свій імідж, який вартий великих грошей. В свою чергу Вадим Бухкалов повинен робити, не хочу казати брудну роботу, але ту роботу, без якої неможливо існування взагалі промоутерської компанії. Це вести перемови, опікатися боксерами,
щоб вони мали що їсти, де тренуватися, що одягти. Угу. Тобто, і як в такому моєму полі зору, кожен повинен був займатися своєю справою. І ви кажете, що очікування одного партнера були недостатньо втілені в життя, ніж очікування іншого партнера. Ну, і от, власне, я зрозумів вопрос, я зараз на нього попытаюсь ответить некою аналогією, як от в супружеской жизни. Когда там молодой человек встречается с девушкой, они полагают друг на друга определенные надежды в момент, когда там принимают решение создать семью. Но на создании семьи отношения не заканчиваются, и они наоборот только лишь начинаются. И в этот момент каждый из людей должен делать, привносить что-то для семейного благополучия. Вы правы насчет того, что каждый должен заниматься своим делом. Задача Виталия, которую он брал на себя в момент объединения, она не состояла в том, что я даю имидж и даю лицензии боксировать в Штатах или в Германии. Но это так мало уже. Это не мало, но для того, чтобы получить законное или, скажем так, обоснованное право, моральное право боксировать за границей, нужно пройти непростой путь здесь, в Украине. Поэтому, Виталий, вот то, что вы сказали, это, наверное, десятая часть того, что принес с собой Виталий. А самое основное, он принес кровь в организм, он привнес основных партнеров. Это телевидение и спонсор, партнер, который... для которого бокс не секрет, что является основным направлением развития, позиционирования бренда. А телеканал Интер получил продукт хорошего качества, который заполнял эфир. И там на телеканале Мегаспорт бокс, как известно, получал самый высокий рейтинг. Ну, если я продолжу опять же ту аналогию, которую вы привели. Есть, да, два партнера, которые хотят создать семью. Но если один из партнеров уже сделал ту базу для создания, это там, допустим, он купил квартиру, он в состоянии обеспечить эту семью, то есть это база. Вадим Бухкалов, прежде чем была организована эта совместная компания, он сделал ту базу. Неужели камнем преткновения в том, чтобы Виталий ушел из состава учредителей K2, то есть промоушен, было всего лишь присутствие имени Вадима Бухкалова и его как одного из учредителей этой компании? Я не думаю, что решение того же Немирова и Интера на продолжение сотрудничества или не продолжение повлияло, есть ли Вадим Бухкалов в этой компании или нету? Ни в коем случае. Это действительно не является правдой. И присутствие Вадима Бухкалова или не присутствие на самом деле на операционный процесс не влияет. Хотя, может быть, в идеале было бы правильно, чтобы каждый из партнеров что-то привносил в бизнес. И это не обязательно должен быть бокс. На самом деле, возьмем там любую другую деятельность. Если два партнера объединились для того, чтобы создать совместное дело, каждый из них должен что-то в этом деле делать. Это и есть то, что мы говорили. У каждого есть своя зона ответственности. На протяжении двух лет, как я полагаю, то, что ту зону ответственности, которую очертил для Вадима Виталий, и Вадим очертил для Виталия, они, наверное, не совсем совпали. И по прошествию двух лет, вот на протяжении этих двух лет возникали определенные вопросы, на которые давались разные ответы. То есть это не была конфронтация, это просто было разное понимание одного и того же. Хотелось бы выходило, что люди нібито спілкуються однією мовою, но один одного не можуть зрозуміти. Совершенно верно. По природе, понятно, каждый человек, который достигает успеха, он по природе по своей является лидером. Но либо нужно искать компромисс, либо нужно там, соглашаться с чьим-то мнением. В данной ситуации я считаю, что здесь причина, она была
она не была там за один день, вот раз и она появилась. Это просто накопилось в течение. Я как бы еще раз акцентирую внимание, здесь нет ничего личного. Отношения как были, так и остались. Вы это могли вчера пронаблюдать на пресс-конференции. То есть нет конфликта, нет. Особистих конфліктів немає, є лише і тільки професійні проблеми, які в цьому трикутнику Олександр Красюк, Вадим Бухкалов, Віталій Кличко неможливо вирішити. Хтось, як за моєю думкою, хтось вирішив, ну я маю на увазі Вадима Бухкалова, що мене образили. І ця образа була сприйнята настільки особисто, що і дала поштовх к виникненню цього конфлікту. У мене є ось запитання. Олександр, ми дуже часто, Аліна, я, ви спілкуємося під час тих вечорів боксу, які проводила K2IS Promotions. І дуже часто я задавав вам питання. Є сталий сценарій, так, є стабільність, яка є дуже доброю справою. Ви повністю контролювали ситуацію. Ну, наприклад, не треба було Олександру Красюку або Вадиму Бухкалову, Віталію Кличко приїздити до того або іншого місця. Є команда, яка знає, що робити, де кожної хвилини хтось повинен бути. Угу. Але з іншого боку, люди навчилися розуміти бокс. І вже була проблема з тим, що люди дивилися на тих суперників, ваших боксерів, і казали, ну, знову мішка привезли. Для мене було великою, ну, розпачі я був разом із Віталієм Русалем, коли до нього приїхав угорець, якому там 42 роки, і Віталій Русаль, коли побачив цього боксера, в розпачі сказав, ну скільки можна таких мішків привозити? Це теж була проблема. Ось, власне кажучи, ви сказали, виникали проблеми. Угу. Вадим займався своїм сектором, Віталій своїм. Угу. То, власне кажучи, пошук партнерів за поєдинком, підготування боксерів, це все залежало від Вадима Бухкалова. Ну, на самом деле, это работа непосредственно операционное управление, когда мы распределяли, кто за что отвечает, это была моя зона ответственности. Поэтому все, что касалось операционной деятельности компании, начиная от межтурнирных периодов, подготовки к турнирам и проведения самих мероприятий, это все была зона моей ответственности, и люди, которые работали в нашей компании, это наша команда, каждый из них отвечал за определенные направления. Вот Андрей Лябах у нас матчмейкер, функцию матчмейкера выполнял, и в принципе, вот, если так прикинуть, по 8 боев за турнир, ну 80 боев за год. Это много. Это очень сильный график. Это действительно работа. Много, поэтому мы понимаем, что когда мы делаем удар на количество, мы не всегда можем выдержать качество, учитывая тот факт, что бокс очень непредсказуемая штука, и что если мы сегодня имеем подписанный контракт на поединок, это еще далеко не есть гарантия того, что этот поединок состоится. И вот тот пример, который вы привели, это был турнир в Черкассах. И за, если я не ошибаюсь, за 5 дней до турнира соперник, который был запланирован, то ли получил травму, то ли, короче говоря, что-то с ним произошло. И у нас было две альтернативы. Первая альтернатива – отменить бой. Вторая альтернатива – найти какую-нибудь замену. В данном случае это действительно получилась замена какая-нибудь. Но, я думаю, вы сказали, что Виталий Русаль в розпачі побачив суперника и сказал, сколько это может тривати. Но, я думаю, еще с гораздо большим отчаянием он бы воспринял новость о том, что его бой отменился после там, месячной или полуторамесячной подготовки. Поэтому такие ситуации тоже имеют место, и в этом и есть сложность всей этой многогранной системы профессиональной бокса. Ну, Тупіру, вы вышли на новый рівень. Все, що було, це залишилося позаду. Як буде, власне кажучи, зараз справи відбуватися з працею матчмейкера, які будуть шукати суперників для ваших боксерів? Наскільки якість суперників вже буде зрозумілою? Бо, ну, сам є такі справи. Ви вели багато переговорів, перебуваючи в K2IS Promotion, і розумієте, що кожен експромт повинен бути добряче підготовлений. Тому пошук суперників
коли ти розумієш, що ось є такий боксер, що він може підготувати будь-який сюрприз такий в лапках неприємний, і може не треба звертатися до них, бо давайте пригадаємо, позаминулий рік постійно не було жодного турніру, де ви не виходили і так, знявши капелюшка, так винувато так, перепрошую, знову там того аліменти не відпускають, той опинився під судовим розглядом. Это факт, который относится к американским боксерам. Ну то може, власне кажучи, селекційну роботу між боксерами краще ви повинні зараз будете проводити. Ви ж видели, що в останніх турнірах такого вже не було. Ми відмовились від афроамериканських боксерів, які живуть в Америці, більшість з яких живе там нелегально. І ми, столкнувшись з цим на практиці, мы действительно упразднили это вообще как категорию и брали только тех ребят, которые, скажем так, они дороже стоят, но они отвечают за результат. Вот в Грозный мы привозили Ромаселя Альберта. На самом деле было много приключений, но тем не менее в Грозный он приехал. Олександр, сам таке ще питання. Скажіть, будь ласка. Ну, з тим, що відбулося, вже зрозуміло. Давайте так підсумуємо трошки те, що відбулося. Ну, у мене ще є маленький вопрос относительно того, возможно ли було б більш коректно не привлекать вновь создану промоторську компанію K2 Ukraine боксерів, які були в K2 East Promotion, а все-таки брати нових, воспитувати нових, и подводить их к топ-десятке мирового рейтинга. То есть дать возможность Вадиму, который, насколько мне известно, имел с ними контрактные взаимоотношения, дать возможность Вадиму без партнера Виталия попробовать продолжить развивать свое детище. И в том случае, если бы это все-таки не получилось, тогда бы уже была такая ситуация, что, может быть, сам Вадим пришел бы с ребятами и с предложениями, пожалуйста, мы хотим сотрудничать и хотим, чтобы ребята продолжали выступать, возможно, уже под эгидой K2 Ukraine. Вот так, Александр, мыслить справжня жінка. Якщо ми з тобою розлучаємося, бери свої речі і виходь, а все залишай мені. Алін, ви самі боксер, ви знаєте цю кухню лучше, ніж, мабуть, ми з Юрою вместе взяти. Боксер, ну ви дівчинка, да? Для вас проще. Ребята, вони мужчини. Я більше все емоційно сприймаю любую ситуацію. Я не об этом говорю. Вони мужчини, вони глави своїх сімейств. У них є жони, у них є дітишки, там, дочка, син, у кого-то там двоє дітей. Вони професіонали. О чем это говорит? Это говорит о том, что профессиональный бокс – это едва ли не единственный их источник дохода. И поэтому, хотим мы этого или нет, украинский профессиональный бокс еще не настолько высоко развит, чтобы боксер мог спокойно там, на легкой волне пересидеть кризис там, полгодика, годик втихаря там где-то себе своими любимыми делами позаниматься. Но вы сразу очень отдохнуть. Как-то негативно так обрисовали будущее компании. Не, я тут поводлюсь с Александром, бо... Ну... Я еще не обрисовывал будущее. То есть, речь шла, я говорил о том, что это не случилось в один момент. Это было продолжительное такое вот период разговоров, переговоров, потому что Виталик сделал предложение Вадиму выкупить его долю в компании не 31 декабря 2009 года, а гораздо раньше. Вот. И это, все это, весь этот период длились разговоры, переговоры, планирование, анализ и так далее. Я тоже как бы не первый день в этом, на этом рынке, в этом бизнесе, и знаю, насколько сложно сейчас, тем более в Украине, найти достойных партнеров. Я бы эти шансы, ну, никогда нельзя там давать ноль, но один из тысячи, наверное, может, один из десяти тысяч. Согласен ли боксер на такие шансы? Кто-то, может быть, а кто-то нет. Но неправильно говорить, что мы забрали с собой боксеров. Это не так. Боксеры просто ушли оттуда. Нет. Мы сделали предложение боксерам,
И боксер был вправе выбирать, нравится ему это или не нравится. И хорошим доказательством того есть выбор Юры Нужненко, который принял свое решение остаться с Вадимом Бухкаловым. Коля Исраэлян, который выступал на наших турнирах, тоже решил оформить свои отношения с Вадимом. То есть это, насколько мне известно, Заур Байсангуров, он принял решение вот некоторое время там проанализировать свое будущее, посмотреть и, может быть, попытать счастье там в Америке. То есть это не был паровоз, в который мы запихнули боксеров, завязали им глаза, увезли куда-то там. Олександр, все добре, все правильно. Тільки ми кажемо не про бажання погратися в пісочнику і будемо, ти будеш за Ліною пасочки робити, а потім зі мною підемо там в машинки гратися. Угу. То є бізнес. З кожним боксером укладений контракт, який зобов'язує з одного боку промоутера забезпечити боксера якоюсь кількістю поєдинків, заплативши за це якісь гроші. З другого боку, боксер повинен виходити в ринг, щоб заробити ті гроші, які йому заплатять. Тобто цілком бізнес відносини. Так і є. На сьогоднішній момент ми чуємо від Вадима Бухкалова: у мене крадуть боксерів, які у мене на контракті. З другого, так, да. Контракти, які існують. З другого боку, ви кажете, ми запропонували. Ну, я запропоную вам, подаруйте мені машину, у вас така гарна машина, подаруйте мені її. Але ви кредит виплачувати. Але хтось повинен платити за цю машину. І ось, розумієте, що так, ми тут є спеціалісти, я не боюся цього слова. Більшість людей, і це показала вчорашня прес-конференція, що більшість людей не розуміють, що відбувається насправді. Тому ми зробили цю програму. Бо одні дивляться на Олександра Красюка і кажуть, ага, він працював у Вадима Бухкалова, зараз він працює з Віталієм Кличком, то він взяв, ось який поганий Олександр Красюк, він взяв все і пішов. Всі документи, сейфа взяв під пахву і пішов. Тут дивляться, ось Віталій Кличко, мало йому тієї Америки, тієї Німеччини, він тут ще кусень хліба вирішив вкрасти у людей. Треті дивляться і взагалі нічого не розуміють. Тому, власне кажучи, ви працювали там-там. І тому, ми, власне, кажуть, що вас запросили, ми запросимо і Вадима Бухкалова, дай Боже, і Віталія Кличка запросили. І ось я хочу зрозуміти, Вадим каже, що я буду йти до суду. Ви на ці слова посміхаєтесь. Віталій Кличко каже, у нас є такі адвокати, що ми всі суди виграємо. І де ось та ось, у кожного своя правда виходить, а де істина? Істина десь посередині. Истина заключается в том, что есть самая высокая человеческая ценность. Ведь мы, несмотря на то, что мы занимаемся бизнесом, мы все люди. И в зависимости от того, как мы ведем этот бизнес, мы отвечаем перед обществом. Конечно же, можно взять, поступить как Дон Кинг, подписать контракт, не давать боксеру поединка и никогда его не отпустить с этого контракта. Хороший ли это поступок с моральной точки зрения? Каждый может ответить самостоятельно. В обычной деятельности, в каждодневной деятельности я контактировал лично с боксерами. В каждого из них, когда он приходил или встречались мы, в глазах читалось такое вот желание стать успешным, желание стать великим. Можно ли устоять любому нормальному человеку и знаете, как в анекдоте, может быть, в реанимацию, нет, доктор сказал в морг, значит в морг. Так, Олександр, але це з такої людської точки зору. Ми розуміємо, що хлопцям треба годувати свої сім'ї. І взагалі боксер півроку ржавіє поза рингом, і він втрачає все. Клас, майстерність, точно, досвід. Точно. Але знову ж таки, ми всі люди, і ми вболіваємо за наших боксерів, ми хочемо їх бачити у ринзі. Mm-hmm. Але знову, Дон Кінг. І Вадим зараз виступає як Дон Кінг. Ага, ти не робиш як по-моєму, то ти взагалі нічого не будеш робити. І ось тут ми бачимо, що Максим Бурсак, який нібито має контракт з Вадимом Бухкаловим, буде проводити у вашому вечорі, що 24 квітня ви будете спроваджувати на проводити. В палаці спорту. Він буде там проводити головний поєдинок, майн-івент. Максим Бражник, Сергій Федченко,
всі ті боксери, молоді боксери, які повні наснаги боротися, прийшли до вас. На даний момент поступило предложение со стороны Кейту братьев Кличко, которых они устраивают, ну, как спортсмена, как меня, и к единому знаменателю мы пришли. То есть это предложение боев, есть даты, и есть, также оговаривались, ну, другие планы, и они не уйдут со стороны второго промоутера. Михаила Вадима Борисовича, как бы таких вот четких предложений нет. Что у меня с Вадимом Борисовичем контакт закончился. Я вольнонаемный, то есть хочу туда, хочу туда. Я было право подумать. Я в это время был в Аргентине, когда у них началась эта неурядица. Мне доходили смс-ки, доходили там то, что я общался по телефону, как это, так такое. Потом приехал сюда, выслушал одну сторону, вторую, и принял свое решение, и остался в КМА. Была одна мощная компания, теперь, я думаю, станет две мощные компании. Я выбрал Виталика. Мне кажется, там больше перспективы. Как спортсмен я переживаю за свою карьеру, и полгода не боксирую, я принял решение, принял пропозицию Виталика Кличка провести поединок за титул интерконтинентального чемпиона по ВБО, который состоится 24 апреля, который даст мне попадание в случае победы в пятерку мировых рейтингов и боксировать за звание чемпиона мира. Вадим Бухкалов может підійти до Максима Бурсака, до вас і сказати: ось, ось мій контракт, твій підпис, ти повинен боксувати тільки піді мною. Ви правильно говорите, повинен боксувати. Повинен боксувати. А якщо не боксує? А тут є справа, ми не бачимо цей контракт, ми не можемо там знати всі умови. Я составляв ці контракти лично, тому я вам авторитетно заявляю, після консультації з юристами, з тими самими адвокатами лучшими, я вам авторитетно заявляю, что у нас нет юридических разночтений. То есть все действия, которые проделываются, они все юридически грамотные, юридически справедливые. Поэтому я не берусь, я не адвокат, не юрист, не берусь комментировать с юридической точки зрения, но есть абсолютная уверенность в собственной позиции, поэтому я не думаю, что у нас возникнут проблемы, и поэтому на вопрос или на комментарии о судебных заседаниях мы вполне никто не может запретить пойти в суд. Олександр, но... ну відверто кажучи, да. Мені все рівно, як і більшості фанів боксу, як буде судитися Олександр Красюк з Вадимом Бухкаловим, краще б цього не було. Конечно. Але для мене, наприклад, головне за те, що у мене серце болить, як і у Аліни, у більшості фанів боксу, щоб боксери не постраждали. Ці хлопці нічому не винні. Пани чубляться, а чуби у мужиків тріщать. Ось чому питання. От іменно поэтому 24 апреля в Києві вже состоїться перший турнір компанії K2 Promotion, на якому 8 лучших українських боксерів проведуть свої поєдинки. Після у кого-то застой був полгода, у кого-то менше, у кого-то більше, але тим не менше, ребята застоялись, їм всім потрібно выйти в ринг и снова вернуться на прежний уровень своего профессионализма. Именно потому, что боксер должен боксировать. Как хирург должен оперировать. Вор должен сидеть в тюрьме. Но вопрос вот такого плана. В общем-то, в мировой практике вот этой всей боксерской кухни были неоднократно такие случаи, когда в силу каких-либо финансовых неурядиц и неудач промотор переходил в статус менеджера, боксера, и там на протяжении энного количества лет получал от этого боксера, который заключил уже контракт с другим промоутером, свои какие-то проценты, дивиденды. Рассматривали ли вы такой вариант, как мирное разрешение этого конфликта, который, я понимаю, что в большей степени конфликт не идет не от вас, а от Вадима Бухкалова, ну, который, естественно, человечески его можно понять, он обижен этой ситуацией.
Отвечу. Отвечу широко, может быть, приоткрою некоторые... Обязательно надо сделать детальнейшие. Сегодня неизвестные факты, а может быть и известные. Как я уже сказал, переговоры длились гораздо дольше, чем 31 декабря. Точнее, начались гораздо раньше. Виталик взвесил все за и против, встретился с Вадимом и сделал ему предложение, хорошее финансовое предложение. Я скажу больше, то есть это предложение состояло из того, вот план компании, план прибыли. Вот доля Вадима, например, за 2009 год составила вот такую сумму. Вот Вадим получал вот эту сумму за 2010 год и еще на 3 года вперед. То есть ту же самую сумму на 3 года. То есть с бизнес-модели это адекватная цена бизнеса. Когда продается работающий бизнес, он стоит Александр, именно таких денег. Ось дуже добре. Якщо це 1 гривня, і я ще отримую 3 гривні, то 4 гривні – це ніщо. Порядок суми. Це там мільйон був? Був мільйон? Это адекватные деньги. Окей, розумію. Это, повірте, це адекватні деньги, речь йде не о 3 і не о 4 гривнях. Ну тоді це, я перепрошую, роблю висновок для себе. Да. Якщо це були адекватні гроші, це були адекватні деньги. Адекватні гроші я собі тільки можу уявити, скільки це, то це вже особисте. Тобто тут не є фінансове питання, це питання вже перейшло, як на мій погляд, для Вадима, в особисте. Так. Совершенно. Ага, і ви так? То я буду робити ось так, але скорее... спокійно вам жити не дам. І Вадим це предложення не прийняв. Сначала он сказал, что это унизительно. То есть его не устраивал порядок цифр. Люди добрі, дайте мені хоча б 100 тисяч доларів, принесьте мене цими грошима. Было другое предложение, которое... Это уже другое, Нет, вот это первое. Так. Было второе другая предложение. Другая пропозиция. Не выпасть из обоймы. Виталик предложил остаться в бизнесе на 10% и немножечко меньше суммы. Это вторая была альтернатива. Вот с октября, я, наверное, сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот все эти месяцы длились переговоры. Они не привели ни к чему. Потом... А перемовини стосувалися, ну, відкрити трохи таємницю, да. Я розумію, що цифри ніхто не буде називати. Це перемовини, ось 10% плюс кошти. Да. Що Вадима не задовольняло? Та справа, якою він буде, та задача, яку він повинен буде вирішувати, чи це він казав, що ну, за такі гроші, ось такі, я не буду там приносити боксеру бутилку води, я не буду приносити бутилку. Так, а ніяких бути владельцем бізнесу або совладельцем бізнесу в даній ситуації, в такій долі, не предполагало ніяких обов'язків. Тобто обов'язків було приходити на бокс, піднімати руку боксерам, там, ну, чисто такая вот... Слухай, мы тут за такие маленькие гроши мы так напружуемся. Презентационная такая функция. Было потом, вот когда несколько раз были встречи, длительные такие интенсивные переговоры, и в конечном итоге, когда ну, Виталик задал вопрос, Вадик, ты соглашаешься или нет? Вадим сказал нет. Виталик сказал, тогда ты мне не оставляешь выбора, я тогда буду создавать свою структуру. То есть это ну, не... то ты не даешь мне возможность працювати, да, домовитися неможливо. Совершенно верно, это отсутствие компромисса, бескомпромиссность так называемая. И Виталик сказал, это была информация открыта еще с октября или с ноября прошлого года, что я тогда буду создавать свою структуру, потому что формат нашего партнерства меня не удовлетворяет. Вот может не удовлетворять, вас может что-то не удовлетворять, Алину, меня может что-то не удовлетворять, и мы будем стараться от этого, ну, повернуть ситуацию в другое русло. Если ты не можешь вырешить питание, то треба якось его закрыть и починати с чистого листа. Совершенно верно. Вот таким вот и было решение. То есть потом начались уже все вот эти вот сложные процессы. Хтось намагався встигнути скочити на сходинку поезда, що вже набирає хід і виходить з вокзалу. Что уже границу пересек. Александр, вот с вашей точки зрения, поскольку вы занимались непосредственно
практически всей работой по организации турниров, по продвижению боксеров в рейтингах, по договоренностям на титульные поединки. С вашей точки зрения, все-таки есть два человека, Виталий Кличко и Вадим Бухкалов. Кто из них больше вложил всего, я имею в виду сил, энергии, финансов, в успехи боксеров? Александр Красюк. Но это тоже подразумевает. Ну, это вопрос сложный, конечно. Вопрос непростой, но тем не менее, я, будучи экономистом, да, по бэкграунд такой, я люблю больше вот на цифрах, на статистику опираться. Опять же таки, буду максимально объективным, постараюсь быть максимально объективным. Ну, сколько можно? Да, в 2002 году была создана компания National Box Promotion, и в 2008 году произошло объединение. То есть, по-хорошему, 6 лет, ну, 5,5, грубо говоря, 5 лет просуществовала компания National Box Promotion. За этот период было организовано 7 турниров. Крупных, хороших турниров, их было 7. Ну, не дуже таких. Нет, великих, ну, мы, таких нет, добрых. Не, мы говорим о том, как боксировал Вирчис, о том, как боксировали другие ребята. Алина Шатерникова организовывала, я помню точно. Я как раз только пришел в National Box Promotion. То есть это были достаточно масштабные мероприятия. С 2008 года, ну и мы понимаем адекватно, сколько это стоит, да? 7 мероприятий стоит столько-то, и какое-то издержки занимают содержание. С 2008 по 2010 год, за 2 года, 21 событие. Ну, я хочу сказати, що для мене, ось для мене, я перепрошую, для мене National Box Promotion – це було хобі. Точно. K2 East Promotion – це був бізнес. Точно. Я вам скажу більше. До того, як з'явився Віталій Кличко, Вадим не раз говорив о своїй готовності закрити цей бізнес. Тобто це я не имею, ну, как бы, я здесь не сквернословлю, не говорю, что те факты, которые мне сейчас там выгодно или невыгодно говорить, это объективные факты. Несколько раз Вадим подходил к той точке, чтобы, потому что издержки были сумасшедшие, и каждый раз, когда там гайки закручивались, работать было тяжело, и не раз был соблазн, Алина не даст соврать, действительно, не раз был соблазн у Вадима отказаться от этого бизнеса. Вот что сдерживало всегда вот психологический фактор вот боксера, вот, а как они будут? Да, а потом уже, когда сам оказываешься в достаточно затруднительной ситуации, уже, конечно, значит, своя рубашка ближе к телу, и понимаешь, ну как-то ребята там разрулятся. Вот. А потом появился Виталий Кличко, он был как солнышко в темном... Фирку открыл, и так я свежу повидел. Да, совершенно верно. Он появился в очень правильный и нужный момент, потому что компания была на грани. Компания была на грани того, чтобы закрыться. И в этот момент появился Виталий Кличко. И Вадим воспрял духом, это факт. Поэтому сейчас каждый выдает информацию так, как ему выгодно. Свою правду выдает. Но, тем не менее, нужно признать, что до Виталия Кличко Вадим тратил деньги. С Виталием Кличко Вадим их стал зарабатывать. Плохо это или хорошо, наверное... Я вот думаю, что заважало и дали всем быть на одном пароплаве, так, плести в одну сторону, зарабатывать деньги и делать справу, яка задовольняла всех. Бизнесмены заробляли, боксеры досягали своєї мети, заробляючи гроші, фани отримували задоволення від того, бо, ну, якщо немає, насправді ось дуже багато там друзів, просто знайомих та незнайомих людей питають, коли буде бокс, український бокс. Юр, нічого не зміниться в той схемі, яку ви говорите. Фани будуть отримувати удовольствие від бокса, боксери будуть боксувати, бізнесмени будуть заробляти. Концепт он единый во всем мире. Ось тут концепт. Единый в усьому світі. Вчора на прес-конференції ви казали, концепт наш не змінюється. Ми змінюємо стиль. Концепт розвитку. Розвитку. Да. Скажіть, будь ласка, чи є у боксерів вже K2 Ukrainian Promotions своя стайня, свій тренувальний зал?
У каждого боксера есть свой тренировочный зал. У вас богатые боксеры. У каждого боксера есть свой тренировочный зал, где он тренируется. И знаете, я сейчас немножечко вернусь назад. В Украине бытует не совсем корректное мнение насчет функций промоутера и менеджера. Промоутер в английском слове promote, вот хорошо это демонстрируется на слове promotion. Промоушен называется мероприятие, то есть шоу, другой синоним к слову шоу, это промоушен. Я буду выступать на промоуции у того-то, или на шоу, или на мероприятии у того-то. Почему? Потому что суть промоутерства — это привлечь телевидение, привлечь спонсоров, продать билеты и показать шоу. Это как концертное агентство. Концертное агентство не обязательно должно владеть контрактом там с Филиппом Киркоровым или с Боном Бон Джови или с кем-то еще. Нет, концертное агентство просто организовывает это мероприятие и зарабатывает на мероприятии. То же самое делает промоутер. Менеджер — это человек, которого либо нанимает боксер, если боксер в состоянии платить, либо человек, который нашел боксера, пообещал ему, вкладывает в него сейчас деньги, подписывает какие-то контракты и вместе с боксером от его гонораров зарабатывает. Но эта связка, как правило, это связка боксер-менеджер, боксер-тренер, а промоутер стоит во главе всего этого, поскольку промоутер является источником финансирования. Для мене промоутер — це людина, яка хоче, має бажання, точніше, заплатити боксеру якнайменші гроші, а менеджер хоче, щоб для боксера заплатили якнайбільше гроші. А знаєте чому? Тому що він, як правило, участвує... Так, промоутер отримує відсоток від усього такого пиріга, а менеджер тільки від шматка. А менеджер только от гонорара. А вот из всего сказанного, да, зачем тогда вам нужно было подписывать контракты с боксером, а не предлагать им просто бои на своих промоушенах? Объясняю. Точно так же, как HBO подписывает контракты телевидения. Перепрошую. HBO с 2000 года, с того часу, как Шейн Шугар Мозли двічі програв Вернону Форесту, відмовилися від практики підписання контрактів з боксером. Я поміняю окончання. HBO підписувала, будучи телеканалом. Потому що есть каждый человек, который, например, ходит, не знаю, ездит на такси каждый день, каждое утро, ему гораздо легче нанять одного человека и с одним человеком, потому что это все предсказуемо и понятно. Та же самая история касается и здесь. Но я приведу несколько примеров той же самой Америки, где происходят небольшие шоу, даже non-televised, которые они выходят в эфир, где промоутеры зарабатывают деньги на билетах и на спонсорстве, даже просто на билетах. Они находят недорогие... Я скажу, на том пыве, яке продається там, бо вони його купили дешевше, совершенно тут продають вірно дороже і на 2% живуть. Совершенно вірно. Поэтому это промоутерская деятельность. А менеджерская деятельность, она заключается, не может человек не тратить время на боксера и быть его менеджером. Это нереально. Это просто желание быть содержантом, грубо говоря, и просто оправдать это название менеджера. Вот большинство таких пиявок, как сказать, и существуют в профессиональном боксе, которые впиваются в боксера и тянут с него деньги. Олександр, ви кажете про ту ситуацію, яка вже відбувається там в Америці, в Британії, навіть в Німеччині. А чим ми відрізняємося? Ні, ми все-таки відрізняємося дещо нашою ментальністю, так? Бо, по-перше, ми звикли контролювати боксера не стільки з технічної точки зору, скільки він, де взяв гроші. Да? Ну, така справа. Боксери мають можливість тренуватися кожен у своєму залі. Тут вони проблему вирішують самі. Компанія K2 Ukrainian Promotions не торкається до того, де ти тренуєшся. Ти повинен тільки прийти, отак, о 5-й ти на арені, о 7-й ти виходиш в ринг, о 5.30 ты нокаутуешь его. Если очень так вот цинично подойти к вопросу, то да. Но на самом деле каждый из боксеров у нас выстроены не просто бизнес-отношения, а еще какие-то дружеские, теплые взаимоотношения. Поэтому контракт предполагает, что если боксер приходит и говорит, у меня нет зала, у меня нет тренера, мы ему обеспечим зал и тренер. Все, что я хотел почувствовать. Другая справа. Да.
Ви маєте зараз Максим Бурсак, Віталій Русаль. Вот неправильно вы говорите. Мы не маем. Это люди, которые решили продолжить свою боксерскую карьеру. Друзей не надо иметь, их нужно любить, я понимаю. Я маю на увазі, я опускаю деякі слова. Ми маємо, ви, компанія K2 Ukrainian Promotion, має ділові стосунки. Максим Бурсак, да. Віталій Русаль, да. В'ячеслав Узілков, да. Сергій Федченко, Валерій Бражник, Андрій Руденко. Андрій Руденко. Ну це три боксери. Віктор Плотников і Костя Ромінський. Це боксери Сергія Янчишина. Ну, которых які ми нібито здає, ну, Сергій Янчишин здає в аренду нібито своїх боксерів для участі в тому або іншому. Славика Глушкова, кстати, ми теж бачили. Так, Слава. А ще на наших мероприятиях ми бачили боксерів компанії Elite Boxers, боксерів компанії Union Box Promotion. Так. І просто свободних боксерів. Просто боксерів, які приїжджали суперниками. Ми маємо вже ну, якусь певну кількість боксерів. Всім відомо, щоб бізнес розвивався, бо ви ж не дочекаєтесь, коли там якомусь боксерів виповниться 41 рік і він більше не може боксувати. Чи будете ви проводити якусь селекційну роботу, опікатися молодими кадрами? Звісно. От буквально перед тим, як приїхати сюди в студію, я мав зустріч о том, як вистроїти систему работы с любительской федерацией. Ни для кого сейчас не секрет, что АИБА создала профессиональную федерацию. Ну, это смех. Александр, вы как бизнесмен, людина, яка розуміється на боксі, бажання любительської спілки перейти в професійний бокс і відірвати там шматок. Ну, це смішно. Я с вами отчасти согласен, потому что сейчас это выглядит достаточно кумедно. Но если проблема серьезная, они серьезные проблемы, серьезные люди не говорят. Сейчас вот мы были на конгрессе WBC в Корее, и этот вопрос был на порядке дня. То есть он был одним из первых. Одним из первых, который серьезно обсуждался, поскольку профессиональный бокс, вот боксер от начинающего до профессионала, все равно между на этом пути стоит любительская карьера большинства боксеров. И селекционная работа, ну, там, приезжать на Олимпийские игры, приезжать на чемпионаты мира и делать там предложения, так делают все. На самом деле на Олимпийских играх уже давно-недавно все знают, кто у кого будет выступать, в какой конюшне, какому промоутеру принадлежать. Ту работу, которую делаем мы, все равно мы знаем, что рынок Украины, это самый, Украина, Россия, вообще Восточная Европа, это самый содержательный рынок, самый богатый рынок, не рынок, самое богатое месторождение, да, где можно, перебив десятки тысяч тонн камней, найти один маленький бриллиант. Сколько понадобится для этого времени, очень сложно сказать. Работа эта ведется, и в новой компании работа эта прекращать, вестись эта работа не будет. На тему того, что вы изменяете стиль. Що у вас там буде? Свого часу я приходив на шоу Седріка Кушнера, де танцювали дівчата топлес, носили пиво, працював діджей між поєдинками і між раундами. А ви казали, що у вас змінюється концепт сталий, але стиль змінюється. Що у вас там боксери будуть виходити в таких вушках? Такого ми не говорили. Виталик, правильно, вчера вот вы вчера мне задали этот вопрос, и он. Але не почув відповіді. Да, он прям, не, вы услышали ответ, потому что как будто бы он просто с языка у меня снял. Ибо и все. Ибо он как раз с языка у меня снял то, что я хотел сказать. А лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Не ожидайте, это профессиональный бокс. Купити квиток и прийти на арену, да. Я повинен знати, що я побачу. І що мене там ожидають? Що мене там очікує? А чого ви будете буде, йти? Якщо на... буде там, я прийду подивитися бокс, якщо там вийде там «О, соле міо», то я повернуся і піду. Юра, ми вас пригласимо суддєю. Боковим суддєю. А судді хто? Я судді. Пригласимо вас суддєю, тому вам не потрібно буде покупати білет. Давайте ми... Слухайте, я... можна ще друзів приведу? Да? Олександр, давайте можна, час вже знаходити білет. Істину. У кожного своя правда. Да. Перше. Промоутерська компанія K2 Ukrainian Promotions. K2 Promotions. K2 Promotions. Да. Все.
просто. Бо там постійно у Україні. K2 Promotions – це не K2 East Promotions. Це дві різні промоутерські компанії. Ні, K2 East його взагалі не существує. Є National Box Promotion. Там просто є определенні юридичні аспекти, але Вадим брав на себе обов'язкове переименувати компанію. Так, перша істина. Промоутерської компанії K2 East Promotions не існує. Боксери, імена яких ми сьогодні називали, є боксерами K2 Promotions. Неправильно. Боксери, яких ми сьогодні назвали, працюють з компанією K2 Promotions. Тобто контракту, як такового K2 Promotions, з боксерами, яких ми сьогодні назвали? Контракти є. Тобто, тоді я перекваліфікую його питання. Боксери, імена яких ми сьогодні називали, мають контрактні зобов'язання перед промоутерською компанією K2 Promotions. K2 Promotions має контрактні зобов'язання перед цими боксерами. Ну, рука руку миє. Тобто вони повинні зробити свою справу, ви повинні забезпечити. Так. Кількість івентів, тобто вечерів боксу, які проводились раніше, які буде проводити K2 Promotions, буде меншою, не буде меншою? Змінилось. Тепер в Україні їх заплановано 5. 5? Так. Гроші ті ж самі, але турнірів менше. Які гроші? А де гроші? Де гроші? В кого гроші? За які ви отримали від ваших спонсорів? Ще не отримали. Ще не отримали. Тобто перемовин ще немає? Ні. Не завершилися? Ні, я утрирую на самом деле. Тобто переговори у нас закончились. Мы уже обрисовали формат, вы вчера видели на заднике пресс-конференции. Имена тех, яких мы не будем тут называть. Ну, мы уже пару раз назвали. Тем не менее, мы для того, чтобы уйти вверх по качеству, нужно немножечко отойти по количеству. Переформатироваться. Совершенно верно. Мы, это не был спорный вопрос, мы все однозначно в унисон. Інтер, Німіров і К2 заявили, що потрібно мінятися. Тобто бокс не помер? Ні, він наоборот. Бокс жиє і буде більш дорослішати, ставати більш професійним. Совершенно верно. І це і істина. Це факт. А ви ось, Олександр, наприкінці нашої програми, скажіть, у вас є якась особиста образа на Вадима Бухкалова? Ні, Боже упаси. Я цього чоловіка вважаю, дуже сильно вважаю. Його вклад в професіональний бокс безцінен. Более того, если ему понадобится какая-то помощь, он всегда может рассчитывать на эту помощь. Если чем я смогу быть ему полезен, я ему буду полезен. Я ни в коем случае здесь не было ничего личного. Алина, как ты вважаешь, сегодня мы нашли якусь истину? Из всего того объема вопросов и ответов, который сегодня был, я поняла самое главное, что когда два учредителя совместно работали, не всегда решения, которые принимал Вадим Бухкалов, устраивали и, может быть, в какие-то моменты раздражали Виталия. И Виталий понял, что в этом бизнесе ему проще и психологически, может быть, и финансово работать одному. И он принял это решение. Я маю думку, що ми сьогодні знайшли істину. У кожного є своя правда, але ми шукаємо істину. Для вас у цій студії працювали Аліна Шатерникова і Юрій Нестеренко. І наш гость Олександр Красюк. На все добре, до нових зустрічей. Всього доброго.